мои хорошие, с вами Стилена Свей, и сегодня у нас будут очередные приобретения, заказ одежды и обуви, и купальники, и сумочки, и много всего с моего любимого сайта Гипюр. Ой, я уже давно там все заказываю, я очень люблю, честно говоря, их качество, их дизайн, одежды, я кайфую. Вот смотрите, какая у меня классное платье, да, цвета хаки, который мне очень нравится, и, естественно, мотивация моя была взять его под свои супер-мега очки Валентина новые, да. Я все теперь беру под них. Мне очень понравилась, она такая разлетаечка, такая легкая, здесь такие открытые плечики, все такое легкое, ну и цвет, конечно, хаки в первую очередь. Еще мне очень нравится, что здесь просто вы одеваете, накидываете ее легко, она свободная, то есть можно одевать под низ, какие хочешь, трусы, то есть, да, шортиками, стринги, неважно, ничего не прозрачно. Кристина подсказывает, можно вообще ничего не одевать. Вот, и мне нравится, что здесь вот такие вот заклепочки, и просто вот так вот заходишь на пляж, и та-да-дам, расстегнула, сбросила себя, побежала на пляж. Вот, сейчас я вам покажу, как оно смотрится. Оно такое необычное, длины, чуть ниже колена, асимметричное внизу, рюшки я очень люблю эти. Ну и, соответственно, покажу, как они с моими очками смотрятся. По-моему, идеальный образ, и это платье я оставлю себе. А если вы захотите такое платье, то, конечно же, все ссылочки под видео я оставлю внизу. По моему промокоду все вещи, которые я вам покажу, и любые другие вещи в розницу вы можете брать с 15% скидкой. Время действия ограничено, поэтому спешите. В общем, я думаю, что вам понравится что-нибудь. Давайте начнем с этого платья. Смотрите. Дальше, честно говоря, всегда, когда я заказываю что-нибудь с Гипюра, и жизнь моя, она насыщенная такая, да, все что-то происходит, когда приходит ко мне заказ, я, честно говоря, половина совершенно забываю, что я там заказала, но это свойство моего ума, поэтому я очень была неожиданно удивлена, когда пришла ко мне сумочка цвета хаки на пояс. Смотрите, вот такая прекрасная сумочка на пояс цвета хаки. Она идет тоже два в одном, это я сейчас просто тоже, потому что у меня в магазине очень много сумок именно два в одном, мне кажется, это удобно. Захотел через плечо, захотел на пояс. Внутри она вот так вот открывается, вот, тут еще внутри кармашек есть. Очень мягкая, внутри вот подкладки нет, но здесь очень клево так сделано, мягкая такая, знаете, не знаю, как назвать, короче, но очень все прикольно. Приятный материал внутри. Вот, застегивается, чтобы ничего у вас никто не украл. Сделанный дизайн очень классный, модный тоже. Но я, представляете, купила себе, я же забыла, да, что сумку заказала, и я себе купила уже сумку. Поэтому эту сумочку я буду продавать вот в таком единственном экземпляре в моем магазине. Кто успеет, можете приобрести ее у меня в магазине. Одна единственная. А остальные сумочки все проходите на сайт и со скидкой можете брать на Гипюре. Здесь также идет в комплекте ремешок через плечо, сейчас я его покажу. Все прекрасно упаковано, все в таких мешочках от пыли. Вот такой ремешочек, он застегивается на карабинчике, и через плечо можно его одевать. Я считаю, что это очень крутая, классная, стильная сумка. Дальше к лету я увидела у них очень красивые новые платья. Каким-то эффектом сделано ниткой какой-то блестящей, что на солнце оно очень красиво переливается. Вот я не знаю, видно вам будет или нет. Ну, в общем, я думаю, вы увидите сейчас его на мне. Платье это немного прозрачное, ну, не немного, а конкретно прозрачное, поэтому лучше его одевать чисто на пляж, в курортные какие-то, да, места и под купальник. На купальник. На купальник, не под купальник. Очень красивая, прекрасная, шикарная фотосессия в нем получится. У него по бокам такие сексуальные разрезы. Ну, в общем, если куда-то будете выходить в магазин или еще куда-то, берите с собой своего мужчину обязательно, потому что взгляды вам обеспечены. Абсолютно разные. Будьте осторожны. Платье очень сексуальное, осторожно. Making me stronger. Stay up in love.
Дальше поехали купальник. У нас пошла пляжная тема, и, конечно же, я не обошла купальники. Мне понравился вот такой вот купальник на гипюре, размер S-очка. Очень красиво будет вообще, ну, я не знаю, для блондинок, для брюнеток, просто под загорелую кожу. Вы будете секси-мекси вообще. И рюшечки, мне кажется, всегда они делают какой-то такой, более такой, знаете, легкий летний образ. Мне очень нравится. И здесь еще такая полосочка. Вот что-то такое, морская тема. Люблю, когда застегиваются, вот, смотрите, трусики, короче, они на завязочках по бокам. А это значит, что вы чуть поправились, чуть подхудели, а трусы вам всегда будут замечательно. Впереди вот такая рюшка. Сделаны они слипами такими, то есть не так, чтобы прям все закрыто, да, но не так, чтобы прям все открыто. И при этом загар будет прекрасный, никаких лишних следов. И я очень люблю, когда вот что-нибудь из верха застегивается впереди. Потому что это очень удобно. Вот не люблю, когда сзади, знаете, ты там мучишься, мучишься, что-нибудь застегиваешь. Ну, конечно, все зависит от модели. Если модель там супер-мега-классная, то, конечно, я буду помучаюсь, буду застегивать. Но здесь очень удобно, что вы одеваете просто вот так-то, и вот здесь завязываете впереди. Вариантов завязочек очень много. Я вам покажу, как я завязала один из вариантов. Мне понравилось. А так можно просто впереди вот здесь завязать и веревочки спустить на живот. Итак, следующее – это обувь. Боже мой, смотрите, какие они милые. Просто, я когда их увидела, эти кроссовочки, посмотрите. У них даже задники разные, синий и красный. Вообще, это вот чисто моё, блин. Ну, один маленький, маленький косяк. Они не подошли мне по размеру. А может быть, они не подошли по размеру, сразу вам скажу. Почему? Потому что их не было. Точно. Точно. Их разобрали, их не было размера моего, по-моему. И я взяла те, которые есть ближе к моему размеру. Именно потому, что они классные, и хотя бы порадовать своих девчонок у себя в магазине, и выставить хотя бы одну пару таких классных кроссовочек миленьких, блин. Ну, я так бы хотела поносить, потаскать такие. Ну, вот видите, у них очень быстро разбирают какие-то классные модельки такие. Вот, мне кажется, это очень стильно под джинсики, под юбочку, под платьице, класс. Так что вот, если захотите, в единственном экземпляре посмотрите. Но также вы можете зайти на гипюр и посмотреть, какие у них еще размеры остались. То есть у них что-то есть. Есть такой мягкий язычок, подошва мягкая такая. Классные, они вообще мягенькие сами по себе. Классные, короче. Еще вот эта штучка отстегивается. И можно просто как кеды, знаете, вот так носить. Вот. Но мне вот с этой штукой больше нравится. Классные! Еще я также заказала вот такие классные, классные босоножки. Они реально на ножке смотрятся великолепно. Они так утончают ножку, очень красиво. Здесь, знаете, какая-то такая ткань. Ткань, да, это не кожа, ничего, это ткань. Сделана под нубук, что-то такое, да? То есть, но это ткань, я как понимаю, если я все правильно понимаю. Вот, цвет такой великолепный, красивый, милый. Но они тоже мне маленькие по размеру. По-моему, я заказывала свой размер, но они мало мерят. Поэтому также будут стоять в моем магазине. Сзади змеечка, очень удобно одевается, застегивается, хорошо поддерживает пяточку. Даже вот этот вот немного маленький размер, очень вот, ну, знаете, как хорошо так плотненько сидит на ножке, что она здесь не выезжает, ничего. Ну, то есть мне очень нравится, и колодка удобная. То есть босоножки классные, единственное, что мне нужен размер побольше. Также в комплект к босоножкам идут запасные набойки. Далее быстро скажу про костюм, потому что в каждом последнем видео вы, наверное, видите уже, что я беру костюмы, у меня уже их все три цвета есть. То есть первый я покупала голубой, эти костюмы, которые весна-осень и зима даже, я протаскала просто все время. Они очень удобные, мягкие, не мнутся, не пачкаются. Короче, супер универсальные, и я давно себе хотела, думаю, буду заказывать что-то, закажу себе там один, другой цвет. Короче, их всего три цвета. Но теперь у меня есть все цвета этого костюма,
черный, голубенький и вот такой вот бежевый. Очень удобный, классный костюм. Я их люблю. Поехали дальше. Костюм, который мне очень понравился. Черный и красный у них есть, но я их брала, они тоже уже закончились. И я взяла себе размер даже M, но в размере M верх идет супер отличный, да и низ идет супер отличный. Мне понравились вот эти вот такие клепочки по бокам. Сейчас это очень модно, актуально, и мне очень понравилось. Хлопок чистый. Короче, вот это классный костюм, посмотрите. Мне он вообще кайф понравился как. Следующий костюм спортивный, и я думаю, что он прекрасно пойдет и для повседневной носки. Он просто великолепный, шикарнейшие цвета. Вы сейчас посмотрите, как он на мне смотрится. Это даже не тройка, а даже, я сказала, четверка, потому что идут еще вот такие вот нарукавники в комплекте. То есть в комплекте идут такие рукавички, то есть спортом можно заниматься, прикольно. Идет такая коротенькая футболочка. Она такая свисает на плечо, на одно, второе, коротенькое. Под низ одевается такая спортивная, ну, то есть это хлопок, по-моему, да, у нас синтетическая такая кофточка. Вот, одевается, борцовочка такая. И самый вообще супер-пупер, это брюки, которые идут в комплекте. Они очень классные, расцветка великолепная, они такие широкие. Ну, короче, модные вообще брюки. И в комплекте все это смотрится шикарно. Цвет вообще мега классный, но вы сейчас увидите все и сами все поймете. Вот, размер, это написано S-ка, но я вам скажу, что мне он мало мерит. То есть для меня кофточка маловатая немного, и здесь тоже пояс, ну, как бы поддавливает. Я думаю, что это на размер либо XS пойдет точно, либо это... Совсем, наверное, эска маленькая, знаете, такие бедра узкие, да, и вот здесь, чтобы, потому что у меня плечи довольно-таки не маленькие, вот, и кофточка мне должна быть побольше. Вот, короче, XS. Ну, так как он мне не подошел немного по размеру, он тоже будет продаваться в моем магазине. Они все были мои покупочки с сайта Гипюр. Я ими очень довольна и рада, что могу в своем магазинчике порадовать девчоночек хотя бы вот такими вот единичными приобретениями и, конечно же, себя порадовать классными вещами. Спасибо Гипюр за все это. Пойду делать следующий заказ. Очень хочу вас порадовать еще чем-нибудь интересным. У них постоянные новинки, всегда какие-то скидки, акции, все на сайте есть, все очень легко, подробно, можно приобретать одежду как в розницу, так и оптом. В общем, заходите, смотрите, огромный модельный ряд. Я люблю этот сайт. Я думаю, что если вы еще там не были, то вы тоже его полюбите. Я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Подписка, лайк, кто первый раз, лайк, кто не первый раз. Пока-пока. You're making me stronger.